Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Какие-то новости у нас тут. Приветствуем вас, герои. Нашей команде известно о затрагивающем PvP-матче сбои, которые возникли после установки обновления у некоторых игроков на Android. Не беспокойтесь, мы уже работаем над решением этой проблемы, чтобы игра оставалась беспроблемной и приятной. Мы тщательно тестируем свежие обновления, прежде чем сделать его доступным всем игрокам. Так, просим извинений за доставленные неудобства. Вы сможете вернуться к своим героическим приключениям уже совсем скоро. Видимо, какие-то проблемы были. Если ребята, они смотрят за вот этими всякими сбоями, нюансами, почему же они тогда не удаляют вот этих вот челов, которые, как их звать, читеры? Почему они с читерами не борются? Вот мне что, ребята, убивает. Ладно, короче, суть не в этом, ребята. До конца сезона у нас осталось 6 дней, 5 часов, ну, грубо говоря, неделя. И нам нужно с тобой выбиваться уже все-таки в 50-й ранг. У меня в данный момент 47-й. Ну что, поехали, начнем с ежедневок. Разыграйте зомби, который стоит не менее 4 мозгов. Нанесите 20 единиц урона зеленой тенью и нанесите 20 единиц урона героям розой. Начнем, пожалуй-ка, наверное, мы с розы. Да-да, именно та роза, что на куче навоза. Именно ее выбираю и попробуем. Там, ребят, там осталось чуть-чуть буквально нанести. Там сколько? 5-6. Большую часть мы уже нанесли. Так, мы против кого? Против Нептуси? Да, против Нептуси мы с тобой будем сейчас драться. Да ядрен, матрен. Но я оставлю, наверное, вот такой вот расклад пока. Друзья мои, в ближайшее время планирую сделать стрим. Стрим по героям. По героям, ребята. И, конечно же, хочу, чтобы вы пришли, поучаствовали, чтобы мы подрались, потому что уже долго-долго мы это все откладываем. И тут я, кажется, созрел. На этих выходных, друзья мои, скорее всего, может быть, завтра или послезавтра, ну вот в ближайшие дни. Так что, друзья мои, оставайтесь на связи. И будет вам, как говорится, счастье. Кто интересный у него там, а? Лопушок. Лопушочек, лопушок. Обожаю. Ну, на следующем ходу мы, ребята, его чпокнем. Этого зомбика. Он от нас, как говорится, никуда не уйдет. Верно? Верно. Так, сделаем с тобой вот так вот. И, наверное, пока никак. Вот что он делает. Хоба! На тебе сдачу. Так, а что же дальше нам сделать? Блин, мне не нравится вот этот подход, друзья мои. Давай я вот так вот сделаю. Опа. Даже вирус. Ну, друзья мои, насчет этого мы с вами... Этого удалять однозначно нам придется. Я думаю, ты догадываешься как. 2, 3. И... его здесь быть уже не будет. А это я уж как-нибудь переживу. Ага. Что нам? Ой, хорошая. Хорошая, ребята, выпала карта. Пускай он ставит свои надгробия. Мне, как говорится, пофигу. Как бы нам лучше сделать-то? Наверное, сделаю вот так вот. И вот так. Ну, давай на воду, родной. Welcome. А, он же не здесь, ребят. Думаю, что он меня этим напугал. Он думает, что он меня этим напугал. Так, что у нас там? Бонусная атака, друзья мои. Знаешь, что я скажу тебе? Я скажу тебе следующее. Он мне уже поднадоел, если честно.
Ага, перемещает. Ну давай вот этого, наверное, будет перемещать. А, он же сам перемещается. Не самый лучший вариант для тебя, мужик. Не самый лучший вариант. Так, ну что, следующим вот этот у нас пойдет. О как, о как, ребятушки. Так, что мы сделаем? Ну, давай я сделаю вот так. Ага. Ну, тут понятно, он в блок бьет. Мы его превращаем в охламона. Слабак. Слабачок, друзья мои, оказался мужичок. Поэтому мы с тобой двигаемся дальше. Может быть, если нам поможет сегодня, мы получим 48-й ранг. Так, нанесите 20 единиц урона. Подожди, давай мы с тобой сделаем так. Мы сейчас отыграем за Розу до тех самых пор, пока не проиграем. Давай так будем делать сегодня серию. Как только проигрываем, сразу переходим на зеленую тень. Потому что у зеленой тени... Ах, блин, зеленой тени тоже надо нанести 20 единиц урона. Ну, пойдет, я думаю, да? Конечно, хотелось бы, ребята, лепесток мне... получить хилище лепесток. Ты, я думаю, понимаешь, о чем я говорю. Вот, но его здесь нам не дают, к сожалению, пока. Но он здесь обязательно будет. Он, друзья мои, здесь будет обязательно. Можно было, кстати, вот этого поставить. А вот и хилище лепесток. На самом деле его звать не лепесток, а малыш. Что бы сделать-то? Что он может? Я, наверное, ничего, я пропущу, ребят, ход опять. Он что-то тут мутит. Он что-то, ребятушки, здесь мутит. Что? Я пока не знаю. Давай посмотрим. Хорошая комбинация под вот этого паренька. Такс. Ну что я могу здесь сделать, ребят? Есть вариантик один. Только вот я не знаю, стоит ли мне его. Да давай сделаем. Пускай что хочет, то и делает. Мы, если что, даже можем его, ребята, скинуть. Что, скорее всего, нам и придется сделать. Нам придется его выкинуть. Таким вот образом. Эх. Так, хилку-то мы еще пока не сможем, да, поставить? Пока еще не сможем. Но сможем зато поставить с тобой вот этого парня. Ага. Так, друзья мои, ну я даже не знаю, как тут лучше сделать. Наверное, вот так.
Наверное, так. Вот так. И вот так. Давай попробуем таким вот образом. Гениально просто. Так, дальше, несомненно, вот этого будем ставить. Что там, могилку будет лепить, нет? Он решил вот так вот сделать. Хорошо, делаем тогда вот так. И, наверное, вот так вот еще сделаем. Прекрасно. Вот эти вот два, конечно, как бы здесь не особо мне нравятся. Мишель у него, ребят. Ну, он кого-то сюда может поставить. А вон как делает. Ладно. Так, друзья мои, что мы можем здесь с вами сделать? Давай я поставлю вот так вот. Здесь опять же сделаем заморозку. Да и, наверное, пока хорош. Так, что он там сейчас замутит? Ну, у него есть энергия, что там? Ну, уничтожит он одного вот этого все. Ну. Как скажешь. Нет, парень, это не поможет. Вообще никак. Так, ну как с собой можем карту мы добрать, пока никак не сможем, да? Получается. Пока, к сожалению, никак, ребят. Не получится у нас забрать карту. Но зато мы можем сделать следующим образом. Сделать, например, так. И вот так. Ой, ой, ребятушки, как же он обделался, а? Ужасно обделался. Не выгорело у него ничего. Абсолютно никак. Мы с тобой очень замечательно здесь устанулись. Ну что, давай еще раз. Пока идет бравое дело наше, будем делать наше бравое дело. Пока нальем водички живительной. Так, здесь у нас... Здесь у нас... Ну, давай попробуем так, наверное. Не очень, конечно, мудрая комбинация у нас здесь. Карту не очень хорошую мне здесь подсунули. На заклинашках будет, ребят, скорее всего. Ну да. Если он делает разгон, значит будет на... На курабочках, ребят, играть будет. Ой, два этих мне дали. Ну что ты там будешь выставлять сейчас? Ничего, ребят, он не выставляет.
Слушай, ну прям беда какая-то. Ну давай я так я сделаю. Посмотрим, что у него из заклинаний там есть. На что-то, да? Ага. Ребята, 6 этих парней у нас. Очень интересно. 50-й ранг, друзья мои. 50-й ранг. Ага. И? Недостаточно вот этого поставить, ребят. Вот этого я лучше поставлю. Он... Сейчас ему прилетит в лицо, знаешь сколько? Ой, что хочешь тут делай? Хоть в могилу их опять сажать. Нет. Поехали. На. Изи, друзья. По-другому не скажешь. По-другому ты не скажешь, понимаешь? Ай, ладно. Поехали дальше. Теперь локоть забыл, то плечо, ребята, то локоть. Плечо действительно. Сегодня плечи делаем тренировки. Может из-за этого дискомфорт какой-то. Так. Ну давай. Против бесенка вот эту карту надо, ребят, всегда иметь. Потому что, ну, я не знаю, на ком он там сейчас будет играть. Ой-ой-ой. Давай, наверное, пропустим. Кровожадность наверняка у него будет присутствовать, ребят. Без этого, грубо говоря, никак. Да, в принципе, сейчас мы его и разнесем. А это вот что сделаем? Пока не знаю, ребят. Уже не получится нам его уничтожить здесь, к сожалению. Мы можем с тобой только вот так вот сделать. Почерк. Окей. Ага. Ха-ха-ха, в надгруби сыкунок, ладно? Так, ребят, сейчас мы с вами кое-что сделаем. Очень-очень хорошее. Прочек, ну ладно, пускай будет прочек. Все равно, друзья мои, кранты. Да хоть ты тут за кровожадничаешь, все равно тебе кранты. Ну этот еще, конечно, поживет, наверное. А, нет, не поживет, ребят. Не поживет. Так. Ну,
Будем применять или будем ставить на воду? А сейчас посмотрим. Давай, наверное, вот так это сделаем. Замороз красивый. Ну, этого, наверное, заморозит. Или вот этого. Я не знаю, сейчас кого он тут замораживает. Поехали. Эти ребята все готовы. Сам знаешь, почему. Они все сейчас улетят в хлам. Карта, конечно, не очень хорошая. Выпала. Так, перемещает, да? Ну, давай сюда его перемести. И приплыл. Это проскок тебе не поможет. Глупо. То, что ты делаешь сейчас, это большая глупость. Тебе хана все равно. Как-то так, друзья мои. Роза сегодня у нас в ударе, я не знаю, как называть, как хочешь. Но штампует она только шорох. Едем дальше. Хотя мы хотели... мы хотели до проигрыша, да? Просто надо ежедневно, как бы, выполнять. И нам постоянно выдают, ребята, высшую лигу. Понимаешь? И кухры-мухры, высшую лигу. Ну, не знаю. Но он на танцорах. Он на танцорах обычно, друзья мои, играет. Так что... Ты сам все прекрасно понимаешь. Сейчас не знаю, сколько у него этих хлебников, поваренков. Сейчас посмотрим. Ага, вон как делает. Ладно. Вот смотри, что у нас с тобой есть. Давай, наверное, сделаю вот так. И вот так. Выводит он меня из себя, ребят. Давай так посмотрим, что получится. У него есть незабываемая молния, ребята. А, вон что у него. Ну и может быть молния еще, кстати. Нет у него молнии. Ну этот прокачивается будет сейчас. Сделаю так вот и вот так. А там посмотрим. Ага. Два, ну шесть в лицо получим. С картой, ребят, у него беда, понимаешь? Нам бы продержаться чуть-чуть буквально. Так. Ну, это бесполезняк. Так, вот с этим что будем делать? Вот так будем ставить.
Какую нам карту? Заморозку или что? Розу. Давай придержим пока ее. Блин, много урона. Нет, танцор, мне кажется, будет где-то, наверное, да? Тоже пока пробежим. Сейчас, если танцора выстрелит, он мне в лицо зарядит. Так, понятно, короче. Так, ну дальше мы хиляемся. Друзья мои, дальше мы хиляемся и... Что? Понятно. Запас карт иссяк себя у него, ребята. Понимаешь? Иссяк у него запас карт. К сожалению. Или к радости, к нашей радости. К его сожалению. Двигаемся дальше, друзья мои. Двигаемся. Ой, дальше. Ну это уж больно мощно как-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что ж вы такое. Блин, ну пацаны, вот это, ребята. 5, 6, 9. Да куда, я даже ничего не смогу сделать. Понимаешь? Просто не... Блин, глаз зачесался, твою налево. На пиратах. Ребята, это колода на пиратах. Это я вам говорю как профи. Вот об этом я и говорю. И видишь, самое противное, что мне некого, ребята, поставить. Вот о чем суть. Мне сейчас никак его не уничтожить, ничего с ним не сделать. Хотя, если только вот так вот сделать. Там же наверняка этот прострельщик, да? Скорее всего, ребят, там прострельщик будет. Сейчас посмотрим. А, нет. Не прострельщик. Ну, опять же. Все, приплыл. Друзья мои, приплыл, потому что мне поставить нечего. 6 и 4, 10. И тут еще 6. Плохо дело. Ой, как плохо, ребята. Ой, как плохо. Вот прям вообще никак. Ребятушки, прям вообще никак. Да ну, ты твою налево. Ты что-то издеваешься, что ли? Вот об этом, друзья, я и говорил, что очень мертвый вариант. Этого скинем. Что у него там за заклинашка, ребят? Я не знаю, я в душе, как говорится. Видишь, что у него почерк. А это значит, что мы кранты. Тут просто, ребята, с картами, ну, вообще не тянуло. Просто 6-9, 6-8, куда? Никуда. Так, ну что, ладно. У нас надо нанести 20 единиц урона зеленой тенью. Поехали. Зеленая тень, вперед, родная моя. На баррикады, как говорится, да? На баррикады. Опять высший ранг. Да что ты будешь делать-то, ё-просоте. Еще кого дали-то, блин? Давай так попробуем. Зря, наверное, сюда я поставил его. И опять же, ребят, некого влепить сейчас. А, нет, есть. Нашли. Давай так сделаем.
Ну, в кого ты там превратишься, гаденыш несчастный? Ну, его нам придется, наверное, выкинуть, скорее всего. Потому что на заклинашках это не наш конек, да, друзья мои? Где это все? На заклинашках это не наш конек. Мне вообще сейчас блок сработает, блин. Так, ну мы можем выкинуть его, конечно, через вот эту вот штуку. Да ведь? А ведь он, наверное... А, не, вон что он делает. Вот сюда сейчас кого-нибудь помощнее поставить, да? Ну, у нас есть еще что, ребята, сбросим. Давай я, наверное, сделаю вот так вот. Да, тут вкусняшки, вся эта трихомудия. Кому там? Кому он хочет? Сюда? В лицо, что ли? Ну и чё ты? Та-та-ра. Та-та-ра. Все равно, я же все равно тебя уничтожу, веришь? Мне нужно нанести, ребята, 8 единиц урона. Так, ставит этого, да, значит? Короче, погнали. Сбрасываем этого. Здесь сделаем вот так вот. Вкусняшки опять. Ага. Ну, поехали, сделаем так. Посмотрим, что он там придумает. 3 энергии у тебя, да? Превращает в усиленную карту. Да ладно! Ты посмотри, что творит. Короче, сейчас, ребята, мы с вами сделаем, знаешь что? Прокатит такой вариант. Он двух танцоров уже может поставить, да? Или сразу бомбить? Все, ему хана. Или не хана, подожди. Все, хана ему. Ой, хана ему. Че ты несешь, Рэй? Я забыл про этого зомби, друзья. Ой, лопух. Вот это лопух. Надо было бить-то отсюда тогда. Вот это, друзья мои, я лопухнулся сейчас. Сейчас еще почерк лепит или что у него там? Блин, у меня, видишь, нету этого.
ключа у меня нету. Может быть, сейчас карту даст какую-нибудь хорошую, а? Ландыш серебристый. Ну нафиг он не нужен, друзья. Ну... Давай. Только не заморозка. Бусину, отлично, давай бусину. Так. Все на этом, я думаю, да? Что я делаю, блин, ребят? Ума не приложу. Эхе-хе-хе-хе. Да что сделать-то, блин? Ой, фигня, короче, друзья, получается у нас. Этого-то гаврика все равно не уничтожу, понимаешь? Вот здесь вот, блин. Ай, как ты меня раздражаешь, блин. Поставил обжору, допустим. Ну нахрен мне этот полумесяц-то твой, ёпарасете. Не знаю, ребят, как эта фигня получается у нас тут. Вирус. Пробьет, наверное, сейчас мне табло. Ребята. Да, тут не получится никак. Где ты, блин, раньше-то был, говнюк мелкий? Еее! О, друзья мои, вот это вот. Это я даже не ожидал. Как мы его, а? Как мы его нагнули, а? Ты видел? Он, наверное, сейчас соплями там утирается, бедолашка, блин. Разогреть резину, который стоит не менее 4 мозгов. Фу, блин, я же так обрадовался, что ж, ребята, забыл про свое плечо больное. Ну что, попробуем, ребятушки, за разгромчик сыграть. Блин, ну вообще ништяк сейчас было, блин. Двойная атака и надгробие это уничтожили. Смачно. Ну, не надгробие, я имею в виду зомби этот. Зомби фараона этого шмякнули и в табло ему. На... Просто ништяк, ребят. Просто такой ништяк. Какой, знаешь, эстетический кайф поймал, блин. Потому что я просто на соплях, ребята, был. Я думал, что все, все, это куда. Но здесь против Бонг Чуя, конечно, тяжело разгрому будет. Сам понимаешь, доборы карт, там подобная всякая требуха здесь сейчас начнется. К тому же эти орехи, блин. Он на орехах будет играть, ребят. Это уже однозначно, что он будет играть на орехах. Ну, давай я так вот сделаю. Черт с тобой. Он орех может поставить? А не, он вытягивает, вытягивает две карты. Может этого сейчас поставить? Или он сколько? Он 3 же стоит энергии? Банановый динозавр-то этот.
По-моему, три. Все, Балучей завис. Капуста зависла, друзья мои, по ходу дела. Или думает какую-то стратегию там. Обдумывает. Не, скорее всего, он решил, нафиг, к себе дороже, блин. Если он сейчас бы никого не тронул, бы следующий бы вот этот пошел зомби и так далее, так далее, так далее, так далее. Правда, если у него был бы ядерный гриб, но там 5 энергии нужно, то есть он еще бы 2 хода продинамил бы, получил бы кучу урона. Не вариант, ребят. Но он мне не дал разыграть, сколько там зомби, который стоит выше 4. Поэтому тут только один у нас розыгрыш получился. Поехали дальше, попробуем еще раз, ребят, бомбануть. Глядишь, может быть, 49 ранг сегодня получится. А если бы мы получили сегодня 50 ранг, то мы бы с тобой бы взяли бы уже бы 11 паков. Да. И опять был что? Это случайно не тот же самый, ребят, нам выпал? Посмотри внимательно. О, самка. По-моему, это он. По-моему, ребятушки, это он. Ну, если что, у нас есть, да? Чем отбиться? Пока. Вот-вот. Это тот же самый, ребята, ореховый чепушильник. Но ему может в этот раз повезти, поэтому я могу отгребсти, друзья мои. Так что обольщаться тут особо не стоит. Давай пропустим, посмотрим, ребята, что там лепит. Если что... Наверное, на следующем ходу вот этот. На следующем ходу, наверное... Ненавижу это. Ну, я прям... Я прям, ребята, в замешательстве. Давай так попробуем поставить. Двойной удар. Неуязвимость. Ага, вот так вот, ребята. Ну, нам только так придется сделать. Дела не очень хорошо идут у меня. Ой, как нехорошо, друзья. А я так и думал. Я так и думал, друзья мои, что будет вот этот говняк. Но сейчас мы получаем урона, да, конечно. Спору нет. Только вопрос в другом. Почему он 4 единицы энергии ему обошелся? Вот этот вопрос меня интересует. А, 5. Давай так поставим. Сейчас бомбочкой бомбанет, наверное, да? Дела-то хреновые у меня тут. Хила нету, ничего нету. Смотри, что творит. 10 в лицо, да? Ну, это еще не факт, что 10 в лицо, друзья мои. Ага, вот и что. Ты еще немного и дойдешь до 50. Да понятно, что еще немножко. Пробьет, интересно, ребят? Второй раз. Второй раз не пробил. Ну, мы хильнемся. Ай, а что вот теперь-то делать?
Вот это вот мне не нравится. Если сейчас бонусная атака есть. Все, хана мне. Бомба. Друзья, что поделаешь? Ну вот бомба у него оказалась. Этот не дожил. Ну, вся проблема только вот в этом. То, что он лицо. Мне бы лучше бы вместо хила бы дали бы уничтожение крупненького охламона и все. И ландшафта не было, кстати. А у него аж, ты видишь, сколько ландшафтов. Так, ну что, разгром, все это понятно. Давай попробуем сыграть за орех, друзья мои. Орех. Это не очень, конечно, хорошая колода для меня, если честно. Меня бесит, что к тому же. Есть колода намного лучше у меня на орехах. Я, правда, ее найти не могу. Там без вот этого ландшафта, друзья мои. Там без вот этого ландшафта. Вот видишь, в чем дело? Могилоеда я, ребята, не могу сейчас никак. Опа, на. Такс. Есть бомбочка у нас, в принципе. Тратить бомбочку или не тратить? Да, наверное, потратим ее, фиксим. Че он там за заклинание взял? Я не знаю, вот правда. В надгробье печется, хорошо. Мы можем ему, ребята, не дать этой возможности использовать надгробие, да? Я уж не знаю, что он там сделает сейчас. Допустим. Нормально. Потратил. Хорошо. Ему маг дал вот эту карту, блин. Обалдеть. Малорик. Одобряю. Окей. Идиота кусок. Друзья мои, просто идиота кусок. Посмотрим, кто здесь. Угу. Задергался горемыка. А это плохо, ребят. Ну, 6 в лицо мы можем получить, да? 6 в лицо. Здесь прикроемся. Блин, что делать-то нам? Я не хочу, чтобы вот этот вот... Блин, так тут пробьет. Хрен его знает, как тут лучше сделать. Наверное, так вот. И...
И вот так. Да, я понимаю, что это не самый лучший вариант, ребят. Ну а что делать? Мы, по крайней мере, хотя бы этого уничтожим. Ну и этих. Плюс ему останется одну единичку в лицо нанести. Это не самый, кстати, плохой вариант, ребят. Опять дурочка забрал, да? Давай. Такой молодец. Все на этом, что ли? Давай сделаю вот так вот. Плюс вот так. А дальше будет видно, что там сделал. Понятно, короче. Не получился у него опыт. Просто фокус не удался. Хотя попытки у него были. Попытки у него были, но они провальные оказались. Опять какой-то, блин, бончой кореец, азиат. Вот все бы ничего, ребят, все бы ничего, но... 3-4-3. Ему стоит только одно, ребят, заклинать. Ну вот, начинается. Вот начинается, ребят. Сейчас будем... У меня здесь хилов нету, кроме стебелька. Ну, кроме мака. Мак, скажем так. Что я тут сделаю, блин? Началось, короче, блин. Просто началось, ребят. Проиграл, короче. Нету ничего, чтобы можно было бы поставить хотя бы одного уничтожить. Никак. Зато даю Дурагонов целую орду. Понимаешь? Ну чё вот я здесь сделаю ему? Давай вот так вот. Но это ничего ровным счетом не даст, ребят. Абсолютно. Кровожадно сейчас будет вешать. А, вон он ничего. Бесполезно. Это бесполезно. Ну, ребят, сами видите, карты. Я здесь не справился. Он просто расстреливать будет без конца. Вы достали мне уже со своими 50-ми рангами. Дайте мне что-нибудь или на равных, или на 40-е. Фиг ли вы мне всучиваете этот билет? Опять ты лезешь сюда, твою налево, блин, семерка вылезла, блин. Ну давай так сделаем, блин. Пускай он ставит своего осьминога, если он у него есть. Как пузырь, блин, ни к селу, ни к городу, ребят. Ну перемещай к себе тогда. Давай так сделаем. Я не знаю, кто там, ребят, у него сидит. Вон, прочерк. Блин, подожди секундочку. Ну да. Только пока так. Неужели до воды доберется, а? Фигово, ребят.
он добрался до воды. Бомбочка меня тут мало спасет. Отлично. Пошел, кто там у него? Ага, рикошет у него там был. Давай так. Вряд ли мы, конечно, доживем до этого парня. Хил, дайте мне хилку. Ну, пожалуйста, ну. Да какая тебе там хилка, Рэй? А вот это хорошо, что он сделал, ребят. Это он мне сейчас в данный момент сыграл на руку. Ха-ха-ха, испугался. Ребят, в следующем ходу поставим вот этого парня, и все будет окей. Надеюсь. Надеюсь, что все будет окей. Ага, он тоже защиту ставит. Смотрите, смотрите, что он вытворяет. Блин, жалко, у меня нет могилоеда, а, ребята. Ну, я вот так вот сделаю. Поехали. Сейчас, не дай бог, мы ему сейчас, блин. Нет, брони никакой не будет. Ты заколебал, вот серьезно тебе говорю. Да и хорош пока. Кто там у него? Заморозочка. Кого он будет замораживать? Этого парня. Окей. Так, ладно, погнали. Сдохла гадюка. Такс, кого мне дадут? Да ты серьезно, твою мать? Тут похоже все, друзья мои. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут похоже все, ребят. Ладно. Сделаем. Блин, 8 в лицо. 8 в лицо, ребят. Я что-то... Он же сейчас... Напортачил. Смотри, сейчас мы этого уничтожаем и 8 лицо. К сожалению. Но если даже этот... Да, он пробьет его, ребят. Вот этот мне пробьет. Здесь еще... А вот этот мне в лицо. И все почему? Потому что не было бомбы. У меня всего лишь одна, ребята, бомба. Хил мне не дали. Ты дерьмище, бля. У него сколько бомб? У него до хрена бомб, ребят. 3 зеркальных этих, блин, это. И ничего вообще не дали, вот то, что мне надо. Этого не дали, блин. Почему так они делают, я не знаю. Давай за кого-нибудь другого попробуем поиграть. Давай за Бонгчой. Давай 49-х возьмем, в конце концов, ранг. И успокоимся. Это когда вот ты выиграешь, когда ты видишь, что просто, друзья мои, идет все на изи, понимаешь, на изи. Ну, прям вот, вот он ставит карту, у тебя под эту, вот он ставит могилку, да, у тебя бац, могилоед. Он ставит там какого-то за розу, у тебя под него граната есть. И ты вот таким вот макаром просто проходишь, 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 просто изично. И парадокс, друзья мои, я не знаю, как это. Но вот такое вот происходит. Очень интересно. Он ничего не ставит.
Ну давай я вот так вот сделаю. Заклинание-то должен тратить он, в конце концов. О, тратит заклинание. Интересно, девки пляшут. Давай так попробуем. Это называется, ребята, не зашла карта. 100%. Наверняка одни здоровые карты, ему даже поставить нечего. Вот такое тоже бывает. Вполне, ребята. Я не исключаю такое. Называется не... Ох, как... О, называется не фартануло. Давай сами, наверное, как есть пока. Потому что я чувствую, тут могилки будут. Могилки будут. Могила я здесь понадобится. Даже и этот понадобится. Ну... Не знаю. Ну, еще вытворяет. Ну давай так сделаем, фиксим. У него может кровожадность будет. Или перемещение, ребята. Он может переместить его с помощью этого. Хотя мы тогда прокачаемся. А вот это хорошо. Вот это прям замечательно сделал. Мне как раз, ребят, под... Я не буду могилоеда, наверное, здесь транжирить. Я все-таки вот попроще сделаю. Ну и что там завис? Пожалел этого хламона. Я не знаю почему. Или... Иисус мой герой. Никнейм такой у него. Иисус мой герой. Серьезно? Ну, не знаю, ребят. Может быть, тоже опять не зашло. Но у меня же тоже бывает такое, что... Мне легендарка выпала. Вова, поздравляю тебя. Я тебе сердечно поздравляю, ГЦ. А мне вот пока никакая легендарка не выпадает. Я пока бомблю вражин своих. Ну как бомблю? По большому счету пока все сдаются. Вот с этой... Вот с этой гадюкой, наверное, будет посложнее, ребят. Сколько? Какой ранг там у меня? 44-й. Вольфай. Вольфай. Это бессмертие, фиг ты сделаешь. Сейчас как начнет на своих, если заклинаниях, блин, этих... Если зомболог, или как он там называется, который... Он еще и просто не приспособлен к этому. У него нету быстрой карты. Единственное, что это придурочный удар по земле. Но это не факт, что она поставит сюда его, на землю. Понимаешь? Это не факт. Летучих мышей на воду. Ну, окей. Ну, он может, она может их прокачивать, конечно. Я сюда поставлю. Заклинание использовать ему сейчас будет дороже, ребят. Но он все-таки делает это. Ладно.
моли капуста или как? Да, есть такая моли капуста. Давай так поставим. Не очень, ребята, классно. Но не забывай, что мы можем с тобой вот это применить, но чуть позже. Сейчас мы сделаем. Ага, вон. Вон что, друзья мои, он делает. Сейчас у него сработает блок 100%. Это не то, что надо. Выпало мне, конечно. Но надо прикрываться, верно же? Хоть как-то. Поехали. Ты вот бесявый, а? Ой, друзья мои, гриб. Ты посмотри, что мне выпало. Че, убиваем его тогда? Да, я не знаю, там у него какой план был коварный. Ну, у него коварный, наверное, был план, друзья мои. Коварнейший. Что-то он там химичил. Летучих мышек этих выставил на воду. Они, конечно, бесявые. Но если их на воде еще и прокачать, то вон к чё я. Ну, если бомбочку только. Если бы я бомбу потратил бы, я бы тогда бы первого гаргантюа, которого он вызвал бы, к сожалению, ничего бы с ним не сделал бы. Не уничтожил бы. Здесь тоже не очень, ребят, хорошие. Потому что мне некого сейчас поставить. Единственное, что играть банановой кожурой, перемещать с места на место, ну такое себе счастье, знаешь ли. Самый ближайший — это третий ход. А он, видишь, танцоров. А, ребята, а раз танцоров вызывает, значит, колода. Ну, может, я сомневаюсь, что он будет вызывать просто так вот. От нечего делать, вот этих танцоров. Понимаешь? Кто там у него? Да, он на танцорах, ребят. Это факт. Ну, если мне выпадет удар по земле, этим хана всем, ребят. К сожалению, я не выпал. Сейчас шляпник выйдет. Нет, друзья мои, как странно, но не шляпник. Вишенка. Вишенка-то, конечно, на торте это хорошо, но... Когда мне ее применять? Вот что вопрос. Блин, вообще ничего не могу сделать. Ну, смотри. Ну, как это называется? Давай так поставим. Ну, сейчас этим хана будет, ребят. Я об этом говорил. Дальше у нас идет вот хороший вариант. Но мы тогда останемся без блока. Кто там у него может быть? Давай сделаем так.
Так, 3-3-6. Блин, фигово. Я так и думал, что у нас будет. Так, 4-3-7. Блок. Шикарно. Возьмем, друзья, пару карт. Какие хорошие карты. Угу. Так, сколько он там? 4 единицы урона наносит, да? Опа, раз, два, три. Блин, хана, по-моему, ребята. Нет, еще не хана. Блин, одну единицу я не могу, ребят, себе позволить такого. Поехали. Понимаешь, если ему сейчас выпадет шляпник, ребят, хотя бы один, дело будет дрянь. Потому что блока уже у меня нету. И сюда. Блин, что-то... Что-то вот, что-то не то, да? Блока-то не то. Так, поиграю пока с ним маленько. Поехали. Одна единичка, ребята. Хила нету. Блок, не блок, а... У него 3 единицы урона. Я, он, по-моему, в лицо, ребята... О, thank you! Живем, друзья мои. Есть, конечно, не шляпник здесь. Слушай, здесь не шляпник у него. К счастью для меня, здесь у него не шляпник. Ну, это ерунда. Тут больше другое опасно, ребят. Смотри. А, ему крышка сейчас. Если он сейчас, ребят, ничего не сделает. Хильнется он. У него там удар, наверное, да? Да, он хильнется. А ему все, хра-хра-хра-хра. Хра-хра-хра-хра. Хра-хра-хра. Аж заговорился, ребята. Вынесли мы этого Тона. Мини-туна. Винни-пуна. Друзья мои, дошли до 49-го ранга. Все прекрасно, идеально и шикарно. Но сегодня будем закругляться уже, ребят. Сейчас мы еще посмотрим ежедневку. Громкое событие. Так, докажите Купидону Мазили, что любовь слепая, и с помощью колоды пущенное мясо, подсказка перекати поле, может уничтожить любое растение, если Купидон... Ну, это мы знаем, это мы знаем. Давай сыграем. И мы против Розы, что ли, должны были лупить сейчас? Я не хочу против Розы. А, я за Розу! Окей. Да ты что? Ну куда ты лезешь, а? Mm-hmm.
очень интересно, что он хочет здесь замутить. А что, прокачка это не работает тогда? Ты смотри. Тварь, что сделала? Ты смотри, что он сделал. Ты, блин, вот это сейчас серьезно? Давай только вот этого, не надо вот этого. Вот этого чпокай, вот этого чпокай. Красава. Вот это по-нашему. Ты заколебал, а? Что он хочет сделать? Давай я так сделаю. Да ну нафиг, блин. Ладно, Роза, надеюсь, у тебя выпадет Роза. Ну, тоже пойдет. Кто там? Кошатница, пускай будет кошатница. Только не говорите, что у него сейчас под кошатницу что-нибудь там найдется, блин. Я вообще в шоке буду. Иди ты, та-да. Гниль. Просто гниль, ребят, ходячая. Так, посмотрим. У меня карты нету, ребят, больше. Как ущербный, блин, без карты. Отлично. Отлично, друзья мои. Фикси, давай так сделаем. Блок. А-а-а. Нет. Блин, ну. Я это, надеюсь, как-нибудь переживу, ребят. Индинч. Слушай, сейчас мы будем блок. Так, друзья мои, обстановка накаляется. Ты серьезно вот сейчас, блин? Ну, гад, а. Так, ну сейчас сюда, понятно, сбросит. Тут у нас блок. Все, ему крышка, ребят. Бэм! Мощь, сила, мудрость. Ой, ребят, какой же ты кайф, когда ты выиграешь. Да. Ну что, вот теперь, друзья мои, точно мы заканчиваем. Встретимся уже, наверное, завтра или послезавтра, когда у нас там стримчик. И, я думаю, добьем ранг 50-й. Получим 300 самоцветов, соответственно, у нас будет 1000. И мы сразу с тобой открываем паки. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.